часто спрашивают: Лика, как ты думаешь, каким будет твой будущий муж? И я всегда отвечаю: ну, я думаю, таким же, как и я. Потому что подобное, оно всегда притягивает подобное. Вы когда-то видели союз между курицей и орлом? Я лично не видела. Потому что орел парит в небесах, а курица живет в курятнике. Они живут в двух разных мирах, и их миры не пересекаются. Где ты ходишь, там ты найдешь человека, там ты найдешь вторую половинку. Если ты ходишь по дискотекам или по ночным клубам, там ты найдешь свою любимую или своего любимого. Чем ты привлекаешь, такого ты и человека и привлечешь. И кто знает, сегодня ты привлечешь коротенькой юбочкой его, но завтра он встретит еще короче юбочку и еще красивее фигуру. И будет очень больно, если ты свяжешь и посвятишь этому человеку свою жизнь. Точно так же завтра, кто знает, может, она встретит парня, у которого лучшая машина, если ты привлек только машиной ее. Самая большая ложь часто бывает в том, что когда девушка выходит замуж, она думает: этот парень, он обязательно изменится. Сегодня он бегает за девочками, встречаясь со мной, он бегает еще за тремя девочками. Завтра он женится, он изменится. Парень, в свою очередь, когда женится, думает, что эта девушка, она всегда останется такой красавицей, она никогда не изменится. Но и то, и другое является ложью. Потому что девушка обязательно изменится. Она будет потом мамой, потом будет бабушкой. И она всегда будет красивой, но такой, какая она была, она не останется. И парень, в свою очередь, чаще всего он свой внутренний мир, то, кем он является, то, как он живет, свой образ жизни, он обязательно принесет в брак. И ничего не изменится, все останется по-прежнему. Поэтому я верю, что свой счастливый брак мы строим задолго до брака. Сегодня многие люди, они говорят: ну, поживем, мы попробуем, какой этот человек. Мы поживем в гражданском браке, поживем, не будем регистрировать, не будем брать ответственность, не будем ставить штамп в паспорте. Что этот штамп значит? Интересный факт, что в нерегистрированном браке в 5 раз больше абортов, чем в браке со штампом. Просто потому что люди, они не хотят брать ответственность, просто потому что они хотят эгоистично наслаждаться сегодня жизнью, но чаще всего 9 из 10 гражданских браков никогда не заканчиваются свадьбой. И они не длятся более 5-8 лет. Делали такой интересный опрос среди мужчин и среди женщин, которые живут в гражданском браке или сожительстве. Девушек спросили: скажите, пожалуйста, вы замужем или нет? 90% девушек, они сказали: да, мы замужем, у нас есть семья. А 70% мужчин, в свою очередь, которые живут в сожительстве с девушкой, они сказали: нет, мы холостяки, мы свободные, и у нас нет семьи. На самом деле у каждого оригинала всегда есть подделка, всегда есть фальшивка. И так важно различить, что есть настоящее, что есть настоящая любовь. Как мы можем отличить эту настоящую любовь? Например, для меня, как мы можем отличить этого человека настоящего, его поступки настоящие, чем они отличаются от просто поверхностных отношений? Например, для меня важно, как парень относится к своей маме. Потому что то, как он относится к своей маме, чаще всего он будет так относиться к своей жене через 5-10 лет совместной жизни. Точно так же, как человек может ответить или поступить с человеком, которого он не очень сильно уважает, самым последним в его списке человеком. Так однажды, через 5-10 лет совместной жизни, он может поступить со мной. Есть настоящая любовь, есть настоящие отношения, есть настоящие ценности. И они в первую очередь внутри человека, они в первую очередь исходят из сердца человека, из поступков человека. Знаете, к красоте привыкают быстро, но есть что-то большее, чем красота. И кто-то сказал, что не выходи замуж за того, с кем ты хочешь уснуть, но выходи замуж за того, с кем ты хочешь проснуться. И я вам желаю
посвятить свою жизнь тому человеку, который действительно будет настоящим. Я вам желаю настоящей любви, настоящих отношений и настоящего брака.